Чья-то нора. Там нифига себе не видно. Глубокая. Метра два. С заворотом там. Но видно, не, давно никто не был. Наверное, зимняя. Вон нарыта. О, вот залез-то, а. Ну что, ползу, я все еще ползу. Уже час ползу. О, о. О, как залез. Опа. Вот ты. Опа. Черт ногу сломит в этих лесах. Но они еще около дела. Хотя уже пилят, конечно. Но еще пока, как говорится, глушь. О, здрасте, мордасте, озеро. Пилит и пилит. А? Солнышко вышло. Надеюсь, будет видно. Ну, честно сказать, нашел быстро. Обычно куда как дольше происходит. Ох, какая сосна стоит. Ух, какая красавица. Да, это уже сухой стоит. Так. Та-та-та. Заболтался что-то я. Залез. Ой, залез. Что-то колено опять болит. Красота. Не знаю, что это за озеро. Место для избушки. О, хорошо. Отсюда получше будет видно. Вот оно. Еще в том году хотел сюда сходить. Но что-то не получалось. Точнее, я пошел. Отхавился-то делаю. Потом думаю, сверну сюда. Свернул, свернул. Ну что-то сдается мне, я здесь не задержусь. Берег не очень. Берег не очень. Я даже и на ручей вышел. Ух ты. Вот тебе ручей. Что, идем дальше? Идем дальше по бурелому. Черт ногу сломит.
Так, главное, под ноги смотри. Есть тут работники ножа и топора. Явно роют. Потом без языка остаться можно. Не, ну может. Да, тут только с лодкой. Очередное озеро. Где только с лодкой. Я уже есть хочу. Ладно, сейчас. Сейчас туда схожу. Посмотрю, что там. Может, оно, конечно, интересно, это озеро, но вряд ли. Ни кольев, ничего нету. Наверхом пойду, потому что он тут ходил. Или это я ходил? Нет, тут я не ходил. Тут я не ходил, в общем, значит. Ну так, конечно, я тут буду ползти, как таракан. Хотя таракан быстро бегает. Чем надо идти по верху, подниматься наверх. Идти по верху. О, голыхи медвежьи. Вот ты не знаешь, куда, где лучше идти. Может там, может здесь. Вот и думай. Да. Кто-то на водопой приходил. О, на свету так было все прекрасно. О, бля. Даже жарко становится. Что-то одни какие-то. Не, надо было все-таки. Ладно, сейчас схожу туда, посмотрю. Тушенка плавает. Это здесь. Видно, погрызено. Опа. Что-то, блин, а?
клиент готов, можешь не наливать. А, сожрать не хочешь. Ладно, где малинка, там... Блин. Чуть не сказал. Хорошее такое слово. Лопачки. Блин, когда я есть, то буду. Так, еще запросика, что ли? Вот когда идешь первый раз, вот нифига непонятно. Чего, куда, как. Я такой, вот такой, как я. Поперся, вот зачем? Иди спокойно ты поверху. Нет. Надо. Чего надо? А что мне это дало? Да, вот я и пришел. Палочка, выручалочка, наверное, будет. Так, руки помыть. Ну ладно. В принципе, даже вот здесь-то елочка. Можно и заночевать. Елочка, шишечка, иголочка. Ну что, прекрасно. В общем, будет рыба или нет, это, конечно, другой вопрос. Но то, что я его нашел, это уже хорошо. И нашел-то его быстро. Это вдвойне хорошо. Да, тут, наверное, ручей все-таки. Точно он и есть. Можно было по ручью просто идти. Не, он просто... Я его нашел. Тут же можно вообще в любое место уйти. Хотя ты идешь там по карте там. Идешь там, смотришь. Ну, карта такая тоже сейчас шутевая. С тех пор, когда она была сделана, уже все поменялось. Да и картографы тоже бывает так нарисуют, что... И все равно вот, вот если тут как бы речка с одной стороны, с другой стороны вот это озеро. Можно вот между ними в клин попасть. Раз будет там, выходит речушка, тут речушка. А так можно и пролететь. Идешь немножко не так свернешь и все, и привет. Ладно, сейчас перекушу. И потом пойду покидаю. И видно будет. Но главное, что комаров-то почти нет. Отошли.